Хейо, гайс, мышмики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира, и да, мы с вами, я продолжаю дальше, это уже четвертая серия подряд, вниз, мы пойдем вниз, либо сюда. Подождите, у нас еще один путь открытый. А не, подождите, это у нас могилка, божественная капля. Так, это могилка. Мне нужно примерно понять, куда нам идти. Куда это проход ведет? Пожалуйста, без фризов. Так, там мы дрались с конем. Эй, здесь мелкий такой гаденыш не пробегал. Мы еще его явно направился сюда. На нем черная шляпа была. Нет, здесь никого не проходил. Только зверь какой-то вроде пробегал енот. Может, барсук? Точно не помню, все, до свидания, пацаны. Давайте я что-то немного заблудился. Немного не туда побежал. Что-то немного не туда побежало. Привет. Говорил же этим болванам, останьтесь. Но нет, они присылали новых. Как же надоели. Что? Ты из этих же полуночников? Нет. Разумеется. По тебе видно, что нет. Ну, сдается мне, это занимать ты не будешь. Меня зовут Барсук Черная Шляпа, а тебе? Я смотрю, ты парень общительный. Сперва эти ослы, теперь вот синоби с кислой рожей. Снаружи вообще черт знает, что творится. Прямо не день, а что-то событие. А можно и так сказать. Кстати, я тут изредка приезжал. Товар есть, а продавца никому. Жду вот, пока придет кто-нибудь вроде тебя. Купить предметы. А последний укус. Тайный синий яд синоби. Так, на войне иногда бывает необходимо лишить себя жизни. Гордый самурай в таких случаях убивает себя своим же мечом. Однако синоби требует более быстро действующего средства, чтобы принести яд и достаточно раскусить капсулу, не препятствующую воскрешению. Зачем она нужна? Окей. Так, железная крепость, железный веер, изготовленный где-то далеко на западе, можно установить в протез синоби. Опытные воины могут отражать такие веером стрелы и даже пули. Это же так. Железный веер, представленный из поколения в поколение убийц, служащих храму сэмплом. Вполне можно... Так. Могло случиться, что очередной владелец веера счел его слишком тяжелым. Еще 200. Так, противовоздушный удар. Противовоздушный. Подробное описание техники. Противовоздушный удар. Теперь у вас открыть соответствующее боевое искусство. Прием полезный синоби, который не желает в бою все время стоять на ногах на земле. Взлетай навстречу противнику, открывшемуся во время прыжка. И рази его на повал, прежде чем он произведет. У меня что есть? Я так скажу, это железный веер прямо как для тебя сделан. Самый прочный металл, закрученный им пули и стрелы будут просто отскакивать. Кто знает, может даже пушечные ядра выдержит. Нет. Ну, я буду здесь, подсчитывать кошки. Заходи еще когда-нибудь захочешь. Так. У-у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 -
это вот плохо. О, мне дали помощь. Ну, не помощь, а это душа. Так, ладно, сколько их? Раз, два, три, четыре. Так, их тут четверо. Тогда начнем разбираться с ними. You didn't see a little scoundrel come running through here, did you? We're after one, and I'm fairly sure he came this way. Hmm. What was he wearing? He had a black hat on. Short little guy. Hmm. Thing is, nobody's passed this way at all. The thing that did look like was some kind of animal. A raccoon? Maybe a badger? Couldn't say for sure. You know, может, барсук. Мы не зверя случаем за рубежа приняли. Oh, come on! Что за глупости? А, забудь. Бля, как же тебе, пацаны, повезло. Ага, эта тварь там, я понял. Хорошо. Значит, нужно грохнуть сначала этого. Который там на стрюме сидит. Тут-ту-ту-ту. У меня постоянно вот так рот открыт, потому что я пытаюсь думать. Пытаюсь. Мечу. Сейчас меня даже впритык не видят. Окей, хорошо, что я все-таки прокачал тогда. Так, а где-то тварь? Вот она. Вот эта тварь. Так, ладненько. Тут ничего. Черный порох. Ну, это все-таки для улучшения. Я думал, типа, знаете, что-то крафтить будем. Еще. Нет. Здесь тоже, да, уже ничего. А, не. А, да. Так. Монетки, порох, леденец, кусок глины. Так, ладно, с этим мы разобрались. Окей, давайте переместимся в разрушенный храм. В разрушенный храм я хочу у торговца кое-что купить. За 500. У нас как раз денежки с вами есть, там маленький кошелек, кажется, и средний кошелек. А ну-ка, что-то расскажешь мне? Я ждал вас. Есть успехи? Да. Я кое-что узнала. Источник драконьего подветрия скверно в вашей крови.
Что вызывает кровь? Запах особенной силы в крови ограничен. Представьте, что вы так израсходовали ее полностью и снова пытаетесь воскреснуть. Воскрешение все равно произойдет, но сила для него будет взята из другого источника. У тех, кто болен драконьим поветрием, думаю, да. Значит, те, у которых драконьим поветрием, лишили жизненной силы присутствия всех людей и составляющих снова их человеческой природы. Их кровь тоже наполнена скверной. Можно ли их вылечить? Да, и вернуться то, что было готово. Божественное. Редчайший предмет. Так, оставленный одним из божественных наследников, с помощью этой капли можно понемногу повысить свою способность к воскрешению. Как? Повысить свою способность. Либо, если у вас есть амулет исцеления, так, кто был лишен, так, бла-бла-бла. В этом случае каплю нужно поднести в удол, больше драконий, по ветрам не стреляется, кашля больше нет и не будет. И кашля больше не будет. Амулет исцеления от драконьего поветрия, созданный Эммой. Этот амулет позволяет вылечить всех, кто болен, поверим, пожертвовав у идола речка божественную каплю крови. В амулете содержится кровь жертвы. Повести Эмма считать ее так и превратить в камень. Ну, давайте попробуем. Так, подавление скверное. Обладая амулетом исцеления, можно вылечить всех больных. Ладно, потом. Или давайте сейчас вылечим их. Так, где это? У меня божественное только. Не понял. Ну, а почему меня перемещает? А, имеется в виду идол резчика. Ну, а сейчас все сделаем все равно. Все равно все сделаем. Так, давайте излечивать. Так, подавление скверное. Вызов больных драконьих. Хотя. Поветрие исцелено. Так, переместиться. Я же хотел закупиться, а меня отвлекли. Можно отправиться к этому еще. Другому продавцу. Так, у нас есть где купить петарды и где купить типа вот эти кунаи, иглы. Можно купить все это дело. Ой. А ну-ка, что ты мне скажешь? Похоже, у речика прошел драконье в поветре. Да. Пожалуйста, передай это ему. Саки Асина. Бутылка саки из земли Асина, которая дала вам Эмма. Саки нужно пить в компании. В нем нет воды из первоисточника, но все равно оно сделано с на чистейшей воде. Его очень любят жители Асина. Что это? Это его любимый чай. Я решил, он как раз подойдет, чтобы отпраздновать выздоровление. Окей. Речик. Кажется, пробудился твои старые воспоминания. Да. Явил божественного наследника. Ясно. Больше я ничего не скажу. И ты помалкивай. Все, что ты видел, оно только для тебя. Так, спросить, что показал ему Будда. Речик. А что Будда показал тебе? Я что? Скажи мне, огонь? Только его я вижу, чтобы не, так, не давал в подношение. Огонь. Он распространяется повсюду, насколько хватает глаз. И поглощает Асина. Это... Я все сказал. Показать протез Синоби, отдать напиток.
Угостить саке Асина. Угостить неочищенным саке. Асина. Я принес чаю. А, чай хорошо пахнет. Отведай, пожалуй. Ох, как вкусно. Этот чай напоминает мне об отце Эммы. Насчет отца госпожи Эммы? Доген. Он был выдающимся целителем. А еще он был очень подкованный в разных механизмах. Точнее, даже сказать, он был ими держимый, насколько это... что это отразилось на его здоровье. Все проще, он не воспоминал серьезно, но я был обязан ему что-то. Впрочем, можно сказать, что и ты тоже. Что это значит? Когда я потерял левую руку, Годен сказал, это протез создал, который стал первым и твоей левой рукой. Первый протез вышел неудачным, абсолютно нерабочим. И он передал его, а потом передавал еще и еще множество раз. Переделал, блядь. Передавал. Что такое? Он сказал, что я должен упражняться в работе с протезом, чтобы научиться им пользоваться. И поэтому Эмма без конца просила меня, чтобы я вырезал ей волчик. Так волчики. После такого обучения протез стал призывать клыком Синоби. Короче говоря, этот протез — наследник Догена. Его наследие? Столько времени прошло. Хоть и я оставил путь Синоби, я его оставил не смогу. Ну, я думаю, типа, если хочешь научиться кусок каким-нибудь еще навыком способа, еще другие инструменты Шиноби. Теперь с этого пути уже не свернуть. Меньше, чем я могу сделать, улучшить твой протез. Окей. Асина. Саке Асина. Так, что я хотел еще? Так, у нас есть два этих. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, у нас еще есть травка божественная. Хорошо, что вы пришли, господин Волк. Которого у меня нету, ха? До свидания. Так, погнали, продавцу. Продавчик. Здравствуй, друг. Хотел ввести что-то, да, продать предмет, поговорить, купить предмет. Хочу семечко. А у него нету семечка. Продать, купить. Вот. Так, заметка о Сабимару. Заметка о местонахождении которого меча Кодаки, также известен как Сабимару. Чтобы прочесть ее, нужно купить. Заметка трехэтажная погода. Заметка о трехэтажной погоде. Чтобы прочитать ее, нужно купить. Да-да-да. Так, я взял и купил. Так, продать предмет. Где глиняный горшочек? Купить предмет. Купить. Until next time, friend. Так, окей. Теперь отправляемся. Ту-ту-ту-ту-ту. Переместиться. За макасином. Здесь уже у нас, считайте, изучено все, да? Ну, здесь только на верхнем вариант. И здесь у нас пойти по воде. Пойдем по воде. У нас варианта только два. Вверх, либо мост. Я выбираю мост пока что. А на крышу мы вернемся, просто там дохера этих воронов. Они довольно бесячие. Они довольно бесячие. Блин, а вот интересно, вот ворон, который падает, да, типа с этой херни. Могу ли я взять в него метнуть сюрикен? А правда ли? Если сюрикен в него влетит, он же упадет. Разве нет? Есть над чем подзадуматься. Так, а здесь у нас два типчика аж стоит в воротах. Получается, одного хорошо мы убьем. Копьеносца... Блин, главное копьеносца, но он очень быстро, оп, и увидит нас.
И так сойдет. И так сойдет. Ой. Есть вариант. Сделать вот так вот. Можно без фризов, пожалуйста, спасибо. Еще шар. Я не знаю, что за шар дают, но и будет. Так, здесь мне кажется лучше в траву пойти. Это что за херня? Макакич. И что это значит? Это значит, что мне только туда идти, да? Она меня наебала, эта макака. Она меня все-таки наебывала. Ладно, хотя бы с одного удара их убивает. Минус. А мне за это ничего не дают. Окей. Мы пришли к какому-то храму. И вход только один. Вот почему здесь я, допустим, не могу на крышу запрыгнуть? Вот я хочу запрыгнуть на крышу. Почему я не могу на нее запрыгнуть? Так, шар духов. Опа. Пронялка. Плюс охранялка, на один идол отдохнуть. Так, хорошо, там что-то есть, допустим. Хера с этой стороны. Тоже ни хера. А. Так, печень угря. Чудовищное средство от молнии, возложенное на алтаре клана Асина. Значительно снижает урон от удара молнии и статуса шок. Молния гнев божественных драконов. Угри хоть и малы происхождением их родственниками. Тогда же божественный гнев возможно подавлять, хотя, скорее всего, и ненадолго. Ну, этим можно доказать то, что враг будет у меня какой-то с молниями. Опа, а там еще у нас что-то есть. Так, наверх, стоять, возвращаемся. А мне только туда идти. А наверх не пойти, ладно.
Что-то дурное предчувствие у меня. Эту локацию. Очень дурное. Отдохнуть. Хорошо, к чему это относится хотя бы? Переместиться. Долина под светильщиком, это у нас. Хорошо. У нас два варианта. А там кто-то есть. Плохо, походу. Раз падение. Я сейчас хилку заюзаю. Хорошо. Окраины Осина. Окраины. Дурное место. Так, бусинки. А там еще что-то есть. Что это за средство у нас? Лекарства. И так, это яды. Успокоение. Так. Ага, страх. Успокаивает порошок, замедляет накопление отрицательного статуса страха, повышает сопротивление страху. И кладбищенский, так, сторожа и палачи, торговцы подношения. Те, кто имеет дело со смертью, держат при себе это лекарство и следуют просмотру правила, если одоленный страх, прими лекарство. Хорошая вещь. Это очень хорошая вещь. Больше тут ничего некуда дойти. Ну, блин, по идее плавать тут можно в игре. Но я не умею плавать. Может, я еще не умею плавать вообще. Тогда ладненько. Так, у нас уже этих три. Бусинки 4 даже, поэтому я запросто смогу себе этот апгрейднуть. Так, на сюрикены переключаемся. Ох, новые места все больше и больше. Так, там у нас сохранялочка. Стоит сохраниться. Думаю, стоит сохраниться. Отдохнуть. Пускай те враги все равно восстановятся. Ой. Улучшить выносливость, да. Too easy. Но я говорю, все равно мне, скорее всего, ХП в этих отнимают. В процентах.
то тут без разницы, насколько враг мне снесет хп. Ой, тихо. Возвращаемся. Отдохнуть. Да, что-то зря показался. Делаем спокойненько, тихо, без лишних звуков. Здесь больше ничего нету, куда нету. Опа, там патруль ходит. Патрули — это всегда плохо. Так, можно сюда, да, залезть? Сейчас кто-то уйдет, я этого грохну. За тобой пойду. Так, здесь я потом заберусь обратно. Тут я смогу забраться обратно. Где должен? Так, глиняный кусок. Куда идти? Мне хотя бы до сохранялки теперь нужно дойти. Давай, отходи, я телепортнусь на этот и грохну тебя. Ага. Темечко тыквы. Угу. Угу. Как вам такое? Вот это неплохо, неплохо. Ходили за семякой. Блин, но мне все равно туда теперь идти. Потому что там сохранялка, скорее всего. Я фиг его знает, что там. Я слышу что-то... Репит. Я точно слышу. Ой. Здорово. Как они падают здесь? Что я здесь должен увидеть? Ну, спрыгнув вниз, я пойму то, что я уже не вернусь. При все, что туда есть.
чё? Ладно. Хо-хо-хо. Давайте вот так. Если он меня не будет видеть. Все, он меня не видит. Видите, все, он потерял меня. Не, ну он прочный, у него броня хорошая. Ну, хорошая броня. Как ты меня бесишь? Можешь от меня отстать? Просто не понимает то, что я с ним не хочу драться. Он должен от меня отстать, потому что я вижу, во-первых, предмет, во-второй, я вижу там вон то, что мне нужно. Тотем, чтобы закончить серию. Ух, пипец, мы уже, да, с вами куда добрались. Как он меня увидел? Чел, как ты меня увидел? Почему я не смог ему контратаковать? Тоже вот такой вот вопросик. Где? Три выстрела. У тебя еще есть один выстрел? Вот это ты жесткий. Ну, за него и дают прилично. Крепость! Она казалась даже неприступнее, чем мы говорили. Глупо мы сделали, что пошли, не подготовившись. Ах, эти воспоминания. Я прям слышу. Колокол храма Сэмпа. Ты мне что-то дашь? Мне что-то дашь? Я думал, мне воспоминания даст. Так, магнит. А-а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 -
А смысл мне от этой локации? Ага, вижу. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом заканчиваем. Сейчас отдохнем, все восстановим. Как-то вот так. А это одноразовый типа враг даже. А не, нихера, он не одноразовый. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.